Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Продолжение рубрики «Ответы на вопросы подписчиков». Один интересный вопрос от подписчика канала. Александр Великий, это Ник. Расскажите, пожалуйста, очень хочется узнать про роботизированную коробку EasyTronic. Можно ли перед подкатом к светофору скинуть в нейтраль? Но я вам скажу так, друзья мои, любую коробку автомат, в том числе и робот, можно ставить на нейтраль. Никто вам не запрещает. Двигатель работает, масло прокачивается, ставьте на нейтраль без проблем. Но надо ли это делать или нет, ну решать вам. Я, допустим, этого не делаю. Если я подъехал на светофор, я стою, не ставлю на нейтраль, у меня стоит положение драйв. Без проблем. Я не вижу никаких сложностей в этом. Если вы хотите ставить на нейтраль, ставьте. Вы никак не сможете навредить своему роботу или автоматической другой трансмиссии. Абсолютно это все в допусках, все нормально. Все это продумано. Для этого и существует положение нейтраль. Захотели поставить на нейтраль? Ставьте. Без проблем. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Будьте здоровы, всем пока. Задавайте вопросы в комментариях.